Мы сейчас где-то на границе между Италией и Францией, и едем мы в Лёд-из-Альпс. Там нас ждет очень крутой фестиваль спидфлайнга. Обещают классные линии с перепадами больше километра. Остальные ребята поехали на самолете, полетели. Но у нас все по-простому. Мы едем то ли автостопом, то ли автобусами, как получается. Осталось буквально 150 километров, и мы на месте. Так что пожелайте нам удачи, а мы пойдем автостопить дальше. So you can see the big column of the fort still now. So 19 kilometers. Это уже третья по счету спидфлай встреча в Лёд-из-Альпс. На первую встречу собралось 15 участников, а в этом году приехало уже почти 50 человек. Поэтому мероприятие сделали закрытым, и организаторы сами приглашали пилотов. Нам повезло попасть в этот список. Самое главное – соблюдать местные правила полетов и дружить с парапланеристами. What do you think about wind conditions, Doc? Well, no, it's not that good. I was expecting some better forecast. I think we should wait. Proximity. Клевый старт, огромная посадка. Наверное, одна из самых эффективных линий, которых я летал. С моего честь, если подъемник на неделю стоит 60 евро, то есть, не знаю, 10 евро в день, можно бомбить целый день. Это круто. There's a killer in my bed, and enough is not enough. Once you strip the paint, you find it everywhere you go. You and I should know everything that we esteem forever. Fucking crisscross! Love is enough. Oh, fuck. Heart attack.